Накануне в администрации состоялись публичные слушания по вопросу перспективного развития сети теплоснабжения в Губкинском до 2034 года. В связи с проектированием и застройкой трех новых микрорайонов управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города были внесены изменения в схему расположения тепловых сетей. По проекту система теплоснабжения в нашем городе будет кольцевой. Это позволит минимизировать риски при внештатных ситуациях и прорывах сети, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. В соответствии с планом развития города, также развиваются городские тепловые сети. Мы должны знать, где, на каких участках сети будет увеличена тепловая нагрузка. А где-то наоборот, у нас либо образуется резерв тепловой энергии, либо мы можем законсервировать, либо вывести эти источники теплового теплоснабжения из эксплуатации. По словам Игоря Моисеева, в Губкинском пройдет реконструкция всей сети теплоснабжения с учетом потребительского спроса. В микрорайонах, где потребителей будет меньше, ограничат подачу тепла, тем самым снизив нагрузки на котельные. На участках, где потребность в тепле в связи с появлением новых домов возрастет, наоборот, модернизируют котельные и увеличат мощность подачи ресурса.